Разыграть получилось неплохо. Добивание. И как же бил Томас, переправил или нет шайбу в ворота? Нет. Нет, говорит арбитр. И сумел там непостижимым образом Баклунд дотянуться до этой шайбы и зафиксировать ее. Понятно. Попович бросал. Добивание Томаса. Блестящий. Блестящий Йонас Баклунд. Шайба должна была оказаться в ворота. Но нечто умопомрачительное.